спокойно. Ничего страшного. Может, это масло? Все, все, я понял. Все дело в поршневых кольцах. Так? Вот оно. Оружие массового поражения для автомобилей. Угу. Застрелиться можно. Видео по поводу катализаторов и автомобилей, тема некачественного топлива, то, на чем мы ездим. Ну вот, представляю вам подшефный автомобиль Chevrolet Aveo. Ну, вот хозяин, зовут Саша. В общем, что могу сказать, ребят? Вот катализатор, который мы выбросили из этого автомобиля. Вот его наполнитель. Если я смогу донести, не знаю, видно, нет. Маленькие отверстия. Вот по краю там что-то осталось. Все остальное выгорело, расплавилось. Если внимательно посмотреть на деталь, то похоже на лаву, на магму. То есть такая температура на выхлопном коллекторе, что керамика вот эта, которая наполнитель наших этих самых катализаторов, да, вот она сплавляется, выгорает. И в конце концов произошел такой случай, что он зазвенел. Акустический эффект. Ну и пришлось вместо вот этой бочки, варить, вставить вот такой так называемый резонатор. Вот это он. Ну, вы понимаете, в чем беда? Беда в том, что оригинальная вот эта запчасть, вот эта, она стоит в границах 800 евро. Вам не носительно. Вы понимаете, это, ну, как бы очень неудобно. А вот это то, что мы поставили сюда, вот, ну, там, будем говорить, 50-60 долларов обошлась все с работой, с варкой, вставкой и прочее, прочее. Вот это просто пламя-гаситель, и как бы там он убирает этот акустический этот эффект. Вот и все. Но как бы идея-то завода, да, изготовителя, то, кто это придумывает, в том, чтобы защитить окружающую среду, экология на первом месте и так далее. Но в силу того, что мы живем в таких странах, как Россия, Украина, постсоветское пространство, имеем то, что мы имеем. Вот такая вот, вот такой курьезный у нас случай. Мало того, я сейчас вам покажу насос, который в этом автомобиле мы тоже поменяли. И тоже был, это все относится именно к некачественному топливу. И все, что с ним связано. Ну, можете себе представить. Саша, сколько автомобиль прошел? 98 тысяч. Ну, 98 тысяч. Умер катализатор, умер насос. Сейчас попробуем как-то показать, потому что яркий солнечный день, контровый свет. Вот наш насос, который был в баке. Ты сетку покажи. Стакан. Сетка в каком состоянии, не знаю, передаст камера или нет, но она как бы очень грязного такого, грязно-пепельно-угольного цвета. Внутри она забита, она была... как бы к этому насосу. Это, в общем-то, было вот так, одно целое. Вот, вон остались потроха от этого насоса. Я хотел бы показать, вот раньше цвет трубок был белый. А сейчас это, посмотрите, такого коричневого кремового цвета. То есть это та грязь, тот песок, те остатки ржавчины, которые, ну, как бы осели вот внутри этих трубок. То есть, как мы говорим, тромбирование сосудов, понимаете? Вот это итог. Итог, да. Вот стоит эта штука, 100 долларов мы заплатили за вот это. 50 долларов, 60 заплатили за катализатор. Понимаете, и со временем таких вот, ну, вещей, мелочей, ну, набегает огромное количество. Это все наши деньги, это все, что мы вылетаем, все, что вылетает в трубу. Теперь каждый сможет сам проверить, есть ли в бензине опасные металлосодержащие присадки и примеси. Это набор текстильных полосок, пропитанных специальным составом, который меняет цвет в зависимости от качества топлива. Достаточно капнуть бензина и сравнить с цветовой шкалой. Осталось желтой – хорошее топливо. Позеленело – октановое число подняли с помощью ферроценов или других смертельных для двигателя веществ.